Всем привет, с вами Вампир, и сегодня я играю в Imperium Galactic Survival. Со мной играет Орбит и Кирсан. И Кирсан. Орбит больной, а Кирсан вообще красавчик, он тут играет очень долго. Он меня позвал снова играть в Imperium. Что, Орбит? У меня звук немножко сейчас подлагал. А, да. Ну, вообще, как бы, да, отрывчиво, ну, более-менее так. Слушай, а, Кирсан, тут у меня вода, вроде волны, что-то типа волны, меня лагает или... Ну, это... маленько... Маленько они двигаются, да? Маленько ты наркотики пырали, да, браток? Да, не, ну, я смотрю... Тебя забирать или не забирать? Конечно, лети на Микрон. Где ты вообще находишь? Ух ты, на мной планетка какая красивая. По небу плывет. Ё-моё. Давай, лети, у меня тут кислорода что-то мало, жизни мало, все мало. Так, у меня вопрос. Прости, но кислорода. Я, наверное, ступил, или мне надо было резаться на другой карте какой-то, да? А где ты появился? Планетки. На А, на Аква, или как она там зовется? А-а-а! Он на Аква появился! Ну ладно, так, сейчас, Кирсанчик, скажи мне, у тебя там есть кислород, еда? У меня нет кислорода. Твою я мать. Лечу на непонятно какой хрени. На палке, да, наверное? С движками. Собрал специально, чтобы нас забрать. Сейчас ты это увидишь. Понятно, ну давай, я тут где-то в районе. Я уже прилетел. О, кстати, а наверное, надо во фракцию. Надо у левел 2 какой-то дали мне, нифига. Так, а во фракцию? Инвентарь. Ух ты, я какой-то красненький. Так, инвентарь, фракции. Чтобы какая у тебя фракция? Сесть, надо ко мне во фракцию вступить. Какая у тебя фракция? Нек. Некони? Нек? Некони, так, котейки. Держи. Держи. Держи приглашенница. Так, ну что я вам скажу? Орбита тоже примите. Вау. Ура. А, все красненький мигает. Стоп, я тебя, нет, я, кажется, не принял. Еще разок. Ух ты, засранец. Или не разок. Посмотри, ты сейчас в этом, во фракции или нет? Я вышел, теперь нет. Я был кандидат, да, акцепт принять, да. Все верно. Я тут какие-то растения собираю. Сур, чё? А, сахар, блин, тьфу. Чё это я? Кирсан. Прилетел на Микрон. О, я вижу эту палку, летит в небе. Давай, направо. Неждан. Правее бери. Ой, да ты как камень падаешь вниз. 600 метров. Слева. Лево руля. Я над около озера небольшого. Слева. Просто меня бьет турелька. Турелька бьет? Да. Вау. Еще раз пошли приглашение. Да ты чё, я уже состою во фра... Нет. Да ты иди ты в задницу, а. Принять меня не можешь. Давай еще раз. Я уже отправил. Все, ты меня быстрее давай на базу там веди, потому что у меня нет ничего, ни кислорода. Сейчас все закончится. Я бегу. Сейчас мы бегу. Заберем сначала. А я сдохну, у меня вот на нуле почти уже. Ой. Его забирай. У тебя есть баллон? А, постой. Стой. Тут. Не запрыгивай пока, иди сюда. А я тут мальца на планете помародерю. Да, ты ресурсы с камеры забери. Так, вот я, короче, сейчас поставлю крафтиться баллоны. Они ж пустые будут, наверное. Оп, все, у меня начало, нет. Короче, глючить. Меня глючит. Захавай баллон в этом, в констракторе. Кислородный. Ой. Я, походу, вот сдох. Дурак. Я сдох. А я не успел ничего взять. А там что-то из меня выпало, походу. О, я забил, короче, все, что от тебя выпало. Ой, так, что там? Куротла, конечно, наверное, вот так. Опа, мы появились. О, классно, у меня есть немножечко еды, хп. Кислород. Бегу. Кто-то что-то опять копал. Ой, где моя база? Как сюда залезть? А где? А во, нифига. А как вот сюда? А вот, нашел, все. Слушай, один этот баллон дал, наверное, 1/10 всей постилки. Что-то бред ну какой-то. Да.
Он не особо пополняет. Вообще отстой. Давай запрыгивай. Вау. Вау, вау, вау. Сел? Ага. То есть и в сиденье не... нельзя просто двигать. Вау, 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 вау. Вот это вещь собрал. Ну-ка, третий вид. Ой, это что такое? Это большое задница это там. Бублик. Бублик? Гипердрайв, типа. Гипердрайв. А нас, типа, космический мусор ничего не убьет. А то я сижу такой открытый. Его, типа, нету. Посмотри на правое окошко. 735% нагрузки. Что? Правое окошко? Там, я типа... какие-либо модификации на сервере стоят, чтобы там антигриф и такое, не? Да тут PvP вообще сервер, по-моему. А, ты сейчас находишься на PvE зоне. Там нельзя ничего сломать, разрушить, забрать себе. Хм, жалко. Вау. Это типа анимированные консольки, да? Но мне, правда, тут видно только крестики там всякие, нолики. Так, сейчас заберу тебя, Саку. Вау. И чё, давай летим. Сколько нам лететь до неё? Воу! Что происходит? Белый экран. Я ослеп. Флеша. Воу. Воу, 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 воу. Да тут нифига себе. Астероиды какие-то. Ну да. Воу, да тут даже подлагивать стало. Немножко дико. Ёперный театр. Боже мой. Них. Какое поле. Вокруг планеты. Обалдеть. Тут еще дроны летают, кстати. Я прикалываюсь. Там, смотри, большие, эти здоровые. Ой-ой-ой. Вот сейчас у меня лагает, потому что стало слишком много кораблей на орбите. Йоу, я их вижу, это здоровые, огромные корабли. Пипец, я а. Я не смотрел на них. А я смотрю вот прямо чисто вот, прямо по корму, блин. По курсу у тут. У меня примерно вот как тот самый ближний, который слева. Ё-моё, огромные. Ну и надо еще поставить на крафт. Так тогда местность у тебя, твоя капсула куда упала? А она там в воду куда-то упала. Я у чуть меня позже упала на вершину горы. И покатилась. И катилась по ней, наверное, где-то минуту. Ну да. Потом в воду еще, она в воду. Ты ее опустошил? Да, ясен пень. Так, что тут хабарчик? Находишься. Вау, вот, ответим, ну у меня какая-то тут планетка такая вообще. Открой тёмненькая. Карту и направляй меня, куда лететь за ним. Карта, вроде М. Так, а чё, где, как мне его понять, где он? Да, стрелочка. Мне бы тоже интересно было. А, вот, вижу, стоп, лети на меня. Как раз прям. Угадал. Ты уверен, что? А... Что-то я тут никаких значков не вижу, человечек. Там, слышь, там не. Я вижу никто. Только здесь есть на планете двое. Они в той темной части. Направо поворачивайте. Направо, направо. Мордашкой. Нет, это Сегал. А может ты в воде сейчас? Ты сейчас прям спиной ко мне стоишь. Во, левее, 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 левее. Так, а нас как-нибудь найти можно? Где мы вообще находимся? Нет, подожди. Там на карте написано Сегал. А ты где? Вот, Кирсан, короче, мы висим. Добегу, а подожди, да подожди, сиди. Ты собрал, да, все уже с капсулы своей? Да, я успел еще и... А, вот, я нашел. Местной растительности. На месте, стой. Я что-то его не вижу, походу. О, какая хрень там. О-о-о. Ты видишь? Них! Вот это нифига да, себе. Штука здоровая есть. Так она в небо вон устремляется. Ну тут ПВЕ зона, тут как бы нормально строят все. Ой, еще спереди, смотри, что-то ПВП? Есть. А, на еще одной ПВЕ и на остальных ПВП. О, ё-моё, какие тут стройки-то. О, боже мой. Ну, я видел тут Атлантиду делали, вот это вообще же есть. Атлантида, ты прикинь. Mm-hmm. Эвакуатор какой-то. Топливо кончилось. Чё? Мы падаем. Дезонтируемся. Ой, перевернулось. У меня все 5 топливных элементов. Нам этого не хватит. У меня есть топливо с собой, просто у меня гидроген, а он быстро тратится. А другой я ничего не взял. К нам кто-то едет или бежит. Вон там. А нет, 700 метров. В принципе, не так далеко.
блин, сейчас надо, короче, как-то в кокпит сесть. О. Готово. Так. Туда летим или не туда? Да, да, туда, прямо. Ух ты. Я вас нашел наконец. Да. Мы тут такую здоровую базу прилетаем. Ну, не совсем здоровую, но, блин, здоровую. Ё-моё. А чё, я могу так сделать? Ну, тут прикольно, да, расстроились все. О, какое тут отражение, солнышко. Ё-моё. Я так понимаю, Epsilon Power Station разобрана до основания? И все остальные постройки, которые NPC? Да. Или их тоже нельзя разбирать? Нет, да. Такое разбирать можно. Слушай, а ты видел, как мы в атмосферу, да, зашли? Кстати, а что за повар и сейдж у нас 700%? Спейспот. Спейспот, а ты где? А вот он, я здесь. Я слева от вас. Рома? А, все, нашел. Где? Я не вижу никого. База какая-то. Вы меня пролетели. Да ладно. Я на этой базе нахожусь, наверху. Я залез на неё же. Ух, ё. Ну, так куда это вас так принесло-то? Чё-то я... А ты чё хочешь от этой коробки? Ой, я его не вижу вообще. А, во! Подрисовался постепенно. Кресло. Здорово! Где ты? Вон ты где. А, и здорово. Шлем надень. Если ты... Ты шлем же снял? Не, снял, я ж не снимал полетели. Шлем. Все, давайте. Гоу, гоу, гоу отсюда. Можно дышать. А, ну да, такая земная. Да, типа, публик хорош. С океаной. Вообще, я просто... Ну, посмотрим, блин, потом на планету. Вот в поясах вот такой вот варп-драйв должен быть. А не то, что они сделали. Не то, что да, там как бы. Ну ничего, моноделы поправили. Да. Бублик такой, бублик. Его надо вертикально располагать, чтобы, типа, в нем внутри вся эта система. У меня на бигшипе, который делал в креативе, ой, вернее, в другом выживании, он нормально расположен. И там вообще все отлично, но надо ресурсов. На Сантум не нужен? А? Ну, там астероид как раз рядом. А мы что, на какой планетке жить будем? Или где? Нет, у тебя там? Может, база есть какая-то, Кирсанчик? Ну что-то и вроде того есть. Это ядро такое новое стало? Нифига, классно выглядит. Раньше я помню, вообще такое ядро было. Не, ну немного убогенькое. А я живу вот там. Ух, ёж, твою мать. Простите меня за мой французский. Беленько, да, все? Кораблей. Много кораблей. А ты видел, как мы совершили варп-прыжок? Да. А чё тут ни одного корабля нет? Или мы еще далеко просто? Это почти необитаемая планета. Мы ее заселяем! Колонизируем! Да, колонизаторы! Ну, Кирсанчик уже говорил, обстроился там немножечко. Здесь уже FPS-очек подрос, а то там вообще сильно так. Там 20, а тут 60. Ну да. Кстати, может я свои топливные элементы вам закину, а то тут 3 минуты всего. Да, тут на гидрогене как бы он летит. Нам главное упасть на нее и разберем эту шляпу. А, все? Это, короче, да. О чем мы? Мы остановились, да? Погоди. Или мы по инерции летели? Нет, мы остановились. Слушайте, я хочу выйти. Ну-ка. О. Я свою топливо закинул, а в чем прикол? Погоди. Так, сел назад. Сидушки мне нравятся, классные. Ай-яй-яй. Что-то меня... Давай, зажигай. Просто кто-то питание выключил на игреке. Да? Кстати, что самое главное, я не вижу человека, который ведет корабль. Он мне не отображается. Он справа так соси. Может, тебе не видно просто потому из-за... Потому что тут пока камера хреновая. Ты сделай... А, Alt нажми, да, Alt. Alt, да. Покрути. Просто Alt нажми и крути. Нет, я вообще сейчас осматриваю весь корабль со всех сторон, и тут только два человека. То есть ты не видишь Кирсана? Я вижу всех троих. Нет. Ух ты, как мы. Смотри, не лагает, да, область? И сразу же все видно, как мы входим в атмосферу, все это. Вообще классно. Надо туда.
Как мы не сгорели в Было атмосфере? бы классно, если бы еще корабль неправильной формы сгорал бы. Во-во-во. Просто в Ну атмосфере. да. Было бы классно. Но я бы Ух ты, его шквал. задолбался строить. Ну тогда мы бы тут вообще бы не вылетели бы. Сюда не Все, пролетели. эта планета мне нравится, туманчик обалденный. Вот поэтому я тут Ага. и живу. Тут Живет. местами озера прикольные. И живность нормальная. Да? Не то, что всякие упоротые фиалки, которые хотят тебя сожрать. Это где они хотят сажать? Ой. Да. Ребята, ну классно, классно. А тут 837. Чё 837? Чё? Нагрузки на генератор. А чё так много-то? От чего так? Да потому что он у меня маленький, я один. А тут варп-двигатель и еще всякая Так ты выключи фигня. его просто уже. Он же не нужен здесь в полетах. Чё он у тебя включен? Ну и пусть. Мне нравится, что справа, смотри, есть радар, который показывает, что где есть. Такая, знаешь, импровизированная мини-карта. Да, импри... Опа. Ой, стенка. Стенка. Оп, впилили стенку. Это типа... Интересно, если со всей дуры разогнаться в эту стенку... Ничего не будет. Будет повреждение или нет? Максимум Это... пару блоков убьешь и все. Кстати, я ведь не помню. По какой причине на полюса не дают залетать? А там потому что складки местности идет. Апельсинчик, потому что представь планета, себе. Она плоская, по идее. Тогда я слышу какие-то звуки. Странные. Ох ты. Что такое? Ох ты. Прям слушай, так, раз. Всё. This is bad. Ой, меня походу прямо под... Ой, взлети, я тут под текстурами, походу. Ага. Спасите. Это только перезаходить, насколько я помню. О, слушай, вышел? Я реально под текстурой. А, ну тогда перезайди. У меня в сингле такая штука была, это только перезаходом лезет. Парни. Ух ты, я вижу базу, где мы. Я вижу кирсанчика базу из... Ух, земли.